Все по закону. В начислениях за отопление в расчетках за май недоразумений нет, пояснили в управлении городского хозяйства. Дело в том, что в квитанции включили плату за остаток апреля – 8 дней, так как показания снимаются раз в месяц, примерно 23 числа. Суммы вышли небольшие, но оплатить их потребителям коммунальных услуг необходимо. По городу составил порядка где-то более 40 миллионов, но как бы все жители получили там у кого-то 200, у кого-то 400 рублей в зависимости от площади. То есть нужно помнить, что у нас всю оплату за отопление мы осуществляем по факту. С мая по сентябрь челнинцы за отопление не платят, и начисление за квартплату становится значительно меньше. По мнению жилищников, это лучшее время, чтобы собрать с горожан долги за коммунальные услуги. С этой целью на проспектах набережных Челнов уже работает система «Дорожный пристав». Транспортные средства должников задерживают. Задерживаются до тех пор, пока не произойдет оплата. Возможен и более печальный сценарий, предупреждают чиновники. Сейчас проходят активные работы по выселению нанимателей муниципального жилищного фонда. То есть есть квартиры, которые находятся в муниципальном жилищном фонде. Без жилья они не останутся, но как бы будут переселены в гораздо худшие условия.